Привет, друзья! Вы на канале «Карибы. Жизнь на Кипре». Ну и веселые у нас сейчас денечки. Мы приехали в Эскеле. Это место, где действительно ты ощущаешь себя как на отдыхе. Благодаря тому, что здесь есть комплексы, в которых много развлекательного, много всего развлекательного. Благодаря тому, что сюда приезжают люди именно отдыхать, и они создают эту атмосферу отдыха, тусовок, никто не работает. Я ощутилась где-то на курорте, хотя отъехала буквально 100 километров от своего дома. Мы приехали в Эскеле, потому что нас пригласил застройщик на секретную презентацию. Никто еще не знает об строительстве нового объекта, а мы уже знаем. Даже мы сняли видео, но нам еще не разрешают его публиковать. Только для наших подписчиков и для наших клиентов мы можем давать закрытую информацию. Пойдемте погуляем по району Эскеле, и я вам расскажу последние новости Кипра. Ребята, я вас немножко заинтриговала. Хочу сказать пару слов про проект, что он построен на Long Beach, буквально в 300 метрах от моря. И, конечно, там будет очень развитая инфраструктура. А как именно, вы узнаете в ближайшем времени из наших видео. Сейчас идут закрытые продажи. Это для того, чтобы проанализировать рынок, чтобы еще установить цены. Поэтому тут изучение рынка происходит в много этапах. Поэтому на данный момент самые лучшие цены, это я вам точно скажу, и самое лучшее время приобрести там недвижимость. Друзья, я хочу обратить ваше внимание, что крупные застройщики свои грандиозные проекты продают еще на предпродажах, на закрытых продажах. Стоимость там намного дешевле. И такие проекты, как Багамы, такие проекты, как Лаила и другие, они были проданы практически в закрытых продажах. До открытия официальных продаж стоимость на объекты может вырасти до 30%. И благодаря тому, что мы сотрудничаем с крупной риэлторской компанией, у которой есть эксклюзивные права продаж, мы можем вам сообщать про эти продажи. Что касается района Эскеле, то я вам скажу, что, конечно, этот район очень хорошо развивается и не стоит на месте. Мало того, что здесь красивые пляжи, чистое, теплое море. Здесь каждым годом улучшается инфраструктура. Строили несколько ресторанчиков, и вы знаете, это не просто какие-то кафешки, там, ларечки, а это прям рестораны мирового уровня, красивые, очень шикарные, в которых вы можете со своей семьей вкусно поужинать. Здесь действительно такая атмосфера, курорт и отдых. Люди прилетают в отпуск и не хотят сильно заморачиваться. И очень важно, чтобы выйти из дому и в течение 10 минут можно было оказаться на пляже. Здорово, когда есть у тебя такая недвижимость, дача, на которую можно приехать на все лето, отправить бабушку с ребенком. Если не позволяет мне такой возможности, то просто покупать апартаменты и жить не в гостинице, а жить по своему сценарию в комплексах, где есть кухня, можно приготовить еду, купить в магазине, где есть очень хорошие площадки, развитая инфраструктура. Ну, как-то в такой быт окунуться. Вот этим мне нравится Северный Кипр. Мы много где отдыхали, и я скажу, что такая практика подобная раньше в Испании. Там очень много апартаментов, которые скупили немцы, европейцы, они приезжают на лето, а также сдают. И мы уже очень давно ездили, отдыхали как раз-таки в апартаменты, не в гостиницы. И мне это вот больше нравилось. Берешь машину на прокат, снимаешь апартаменты, ходишь в магазины, покупаешь местную еду. Ну, также, конечно, ходишь и в ресторанчики.
во-первых, это намного дешевле, если сравнивать с ценами отельными. Плюс вы можете сами выбирать себе меню и еду. У кого-то маленькие дети. Я вам скажу, что на курортах в основном, ну, большая проблема во многих местах покормить ребенка, например, там, привычной кашей. А вы сможете дома ее приготовить. В общем, Ренескиле мне очень нравится. Думаю, что за ним будущее, потому что эти пляжи, вот этот песочек, он не просто там 1 километр, он 30 километров. Мы сегодня ездили в Бафру, это 20 километров от Эскеле, там шикарные золотые пески, пляжи. Вы знаете, я себя ощутила, как будто где-то на Мальдивах, там 5-звездочные отели. И я вам скажу, если вы хотите там побыть в тусовке, вы можете идти на пляж отельный. Если вы хотите побыть наедине с своей семьей, то вы можете уйти в сторонку, потому что там настолько много места, там настолько красиво, что вам прям не передать. Прозрачная вообще изумрудная вода. В общем, я мало мест на самом деле знаю таких подобных. На Северном Кипре не только хорошие новости, но также есть и плохие. На прошлой неделе у нас случилась трагедия, были очень большие пожары, которые сожгли 20 тысяч гектаров земли. Вы не представляете, какие размеры, какие площади лесов пострадали. Больше 1 миллиона саженцев отправила Турция на Северный Кипр, чтобы как-то помочь природной отрасли. Но потери, которые понес Северный Кипр за прошлую неделю, это огромные, бешеные потери. Очень много животных пострадало. И, конечно же, это может сказаться и на природном достоянии Северного Кипра. Помощь свою оказал Южный Кипр, направил самолеты. Также Турция оказала помощь, Израиль. И президент Эрсин Татар поблагодарил всех. И очень хорошо, что какие-то политические неурядицы никак не отражаются на общем спасении природы. 4 дня тушили пожар круглосуточно. И вы представляете, на 5-й день пошел ливень, пошел такой дождь, которого никогда, наверное, за последние годы летом не было на Кипре. Не просто так Кипр считается островом всех святых. Здесь собирались давние времена боги. И на самом деле то, что произошло, это потушение пожара с помощью природы, это действительно чудо. И хотите верьте, хотите нет, но люди, которые здесь живут и знают климат Северного Кипра, в прошлом году ни разу не было дождя, был маленький, такой поморосил в каком-то месте, там в июне, незаметный. Дождя летом вообще на Кипре практически нет никогда. А вот такого ливня вообще не было, наверное, за всю историю. А тут пожар, и тут такой ливень, который был всю ночь, и он хорошо потушил этот пожар. Турция всегда помогала Северному Кипру и продолжает помогать. Большие средства выделены на строительство дороги Лаптал-Санжак. Я всегда критиковала эту дорогу, но такое ощущение, что меня услышали и выделили большую сумму денег и планируют до конца года сделать дорогу, тротуары. В общем, посмотрим. Может быть, будет так же красиво, как Лонг-Бич. В Эскеле очень приятно отдыхать. Не только отдыхать, но и гулять. Я не вижу здесь мусор. Здесь есть тротуары, красивые пальмы, фонари. Здесь можно вечером гулять. И, конечно, мне этого не хватает в нашем районе, в Алсанжаке. Поэтому, когда вот я говорю, что там действительно нету фонарей, дыры в дорогах, нету тротуаров, это чистая правда. И поэтому мне очень приятно приезжать в Эскеле. Здесь всегда
пострижена травка, красивые цветочки, пальмы. Не просто так мы решили приобрести недвижимость для инвестиций непосредственно в районе Эскеле. Хочу заметить, что мы приехали сюда на 2 дня, на 3 дня, 2 суток. И вы знаете, у нас была проблема снять квартиру. Они стоят на самом деле таких приличных денег. Мы нашли квартиру на букинге, и я вам могу сказать, что такие цены очень приличные. И я скажу, что если дальше вот такими темпами все будет продолжаться, то район Эскеле – это мега-супер вариант для инвестиций. Вы не найдете себе студию за 30 евро, здесь это точно. Здесь цены начинаются от 50 евро, ну плюс генеральная уборка. Я считаю, что место действительно хорошее, и цены уже, конечно же, стремятся к таким европейским. И, конечно же, всегда в экономике спрос формирует предложение. Насколько будет пользоваться спросом тот или иной товар, услуга, продукт, настолько он будет и востребован, настолько будет востребовано, настолько будет и высокая на него цена. Кстати, ребята, я сейчас встретила свою подписчицу, которая 3 месяца назад с Украины приехала на Северный Кипр. Я им помогала снимать квартиру в Волсанжаке. Они пожили в Волсанжаке, и сейчас она не хочет попадать в кадр, вот она. Я у нее спросила, как им тут живется, они уехали в Эскеле, и она сказала, я не знаю, что бы я делала с ребенком в Волсанжаке. Мне в Эскеле очень нравится. Я стараюсь на своем канале не накручивать, не рассказывать какие-то вам сказки и небылицы, но я здесь не была. Мне казалось, что там это там 2 комплекса каких-то, непонятный пляж. Но когда я сама пошла на этот пляж, когда у меня с большим удовольствием здесь купается ребенок, здесь очень хороший пляж, здесь море отличается, оно теплее. Когда я зимой сюда приезжала, снимала видео, была в платьишке, я приезжала к нам, одевала куртку, у нас намного больше влажность, намного холоднее. Я не говорю, что у нас плохо, но я просто на самом деле, мне многие говорят, ты такая всегда про Эскеле не очень хорошо говорила, а я на самом деле этот район очень люблю, и я также хочу его популяризировать так же, как я люблю в свой район Волсанжак. Везде есть свои плюсы и минусы. И с маленькими детьми здесь намного веселее, здесь лучше. Вы всегда можете выйти из комплекса, пойти прогуляться, не знаю, 3 километра точно в одну сторону, в другую, поговорить со своими подружками, сходить по комплексам, по кафешкам. У вас будет гореть свет, не будет темноты, у вас будут тротуары. Это самое главное. Ну и, конечно же, вы можете очень классно выйти там 10 минут с комплекса и оказаться вот поплавать в море, вам не надо привязываться к автомобилю. Поэтому для отдыха здесь очень хорошо. И со временем здесь построят еще больше комплексов, построят магазины, и здесь еще будет лучше и интереснее. Еще одна плохая новость. 1 июля на Северном Кипре Министерство здравоохранения официально объявило, что о возвращении масок. Я еще, конечно же, их нигде не видела. Здесь люди гуляют, бегают, ходят в магазины, в кафешки без масок. Но такое заявление есть, и посмотрим, поживем, увидим. Я очень надеюсь, что это такая временная мера, и мы к такому кошмару, как был раньше, больше не вернемся. И последняя плохая новость. У нас сегодня плохие новости одни, извините, не всегда все хорошо. Еще одна плохая новость, что на Северном Кипре сейчас существует дефицит электросчетчиков. У кого в ближайшее время не должны сдаваться объекты недвижимости, кто построил квартиры, то знайте, что нету счетчиков, и больше 1000 людей стоят в очереди, ждут этих счетчиков. И у нас есть информация, что эти счетчики появятся через 2-3 месяца, не раньше. Почему произошел такой косяк, я не знаю, но я думаю, что мировые определенные
события на это также влияют. Потому что Северный Кипр, хоть это не признанная страна, хоть это страна, которая живет на острове своей жизнью, она все равно соприкасается с миром, с мировой экономикой, с мировыми событиями. Ребята, если вам интересны мои новости, как хорошие, так и плохие, ставьте лайки. Я собираю информацию и стараюсь для вас, чтобы вы все знали о Северном Кипре. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить выход последнего видео. И пишите в комментариях, как вам хочется на Кипр. Я вас жду. Пока-пока!